Харитоненко Николай Фомич. Супруга пришла с этого, с демонстрацией, а Эру жарко было, она была в одной кофточке, и так открытая шея была, все это. Говорит, так что-то печет, так что-то это самое, как-то чешется все. Эру, ну, весна, солнце, ну, знать-то, в принципе, не знали. А воскресенье, 26 апреля, мой дом располагался, где мы тогда жили, на Сельмаше, и как раз получалось, окна выходили, ну, на запад. И в тот день, вот воскресенье, должен был играть в «Спартак» с кем-то там, ну, с какой-то командой по футболу. Я вышел на балкон покурить, это было где-то 5 часов вечера. Ни одного облачка, ни одной тучки на небе, и оттуда вот в Полесье, грубо говоря, черная такая шла туча. Я говорю, а у нас белье висело, тогда же модно было, на балконах все это сужили. Да, жене говорю, давай это самое, снимай белье, сейчас что-то пойдет такое. И буквально там, может, полчаса, час прошел, смерч такой, ураган, то есть оно же подняло это все, потом опустило, и все это. Вот это 26-го тогда, так получается, первый это вспомнил я про это. Никто ничего не знал. Я говорю, разведка, первое отделение, машина, поехала 28 апреля. А потом уже, когда началась эвакуация, тогда начали где-то числа там со 2-го, с 3-го, мая отправлять туда, со всей, кстати, Белоруссии отправляли машины с людьми. Вот было 3 отряда создано у нас. Офицеров послали туда на 3 суток, первых офицеров на 3 суток. Сержантов послали на неделю. Я тогда работал старший преподаватель учебного пункта отдела пожарной охраны. Тогда не было еще училища, не было, был просто учебный пункт. Когда вот в Московской высшей инженерно-пожарной школе учился, диплом писал «Тушение пожаров и ликвидация ЧАЭС на территории района Гомельской области, подвергшейся радиоактивному облучению». Это единственное в Советском Союзе. Если, как положено, тушить пожар, ну, фронтальная атака, то есть, ну, идем навстречу огню, то вот на расстоянии, я проводил опыты именно там, в зоне, после, ну, 89-й год, неважно, но, значит, на расстоянии 5-15 метров, ну, это как раз расстояние работы стольщика, на высоте органов дыхания среднестатистического человека, мощность дозы излучения, облучения, увеличивается в 1,5 раза. Вот кто об этом знает, где, кто об этом говорит, когда нет. А если фланговая атака идет на тот же огонь, там справа, слева, ну, естественно, за огнем никто не идет, это полный абсурд. А справа, слева, фланговая, ну, двусторонняя, например, справа, слева, наоборот, идет уменьшение, там 0,9 коэффициент, 0,8, то есть оно как бы сюда конвекционными этими потоками притягивается и по ветру на человека. Респираторы. Типа вот эти промышленные или лепесток, не защищают от радиоактивной пыли. Не защищают. Они защищают от механической пыли. А радиоактивная пыль, которая, вот, говорят, там тяжелые металлы, неважно тяжелые металлы. Дело в том, что оно в воздухе. Вот кубометры воздуха от Чернобыля, Чернобыля до Минска, в каждом кубометре воздуха, в воздухе, примерно 20-25 частичек тяжелых металлов. Они. Человек через легкие пропускает 7 кубометров за сутки. Ну, среднестатистически, это 1,70 метра, 70 килограмм вес. И вот 20 частичек умножаете на 7, 140. Это за сутки. Значит, вот элементарно сварщик варит, ну, металл варит. Ну, и где-то тут попало, кусочек сварки попал на руку, ожог. Но эта сварка погасла, в смысле, это кусочек металла. Вокруг этого ожога гной, лейкоциты гибнут. Это защитная реакция организма на воздействие. Ну, а так частичка попала и погасла. А этот частички уранового ряда, у них период
полураспада, полураспада 2400 лет. И 2400 лет, и вот человек вздохнул, вдохнул, на легкие попало, ожог, лейкоциты гибнут, гибнут. Завтра еще 100 штук их попало, еще попало. В общем, показали, квадратный сантиметр, на этом квадратном сантиметре, ну, увеличены размеры, было больше 10 тысяч вот этих светящихся частичек. То есть сжигались легкие, грубо говоря. Рано или поздно это одна из частичек, две получается, ну, опухоль, а потом получается злокачественная опухоль. Все. Воздух, вода, продукты питания. Кроме химзащиты, этих костюмов L1 и ОЗК. Но дело в том, что стояла жара, жара стояла, ну, просто вот облаков не было. Постоянно молотили зенитные пушки, постоянно. Лупили снаряды с йодом, в то время йодом они, значит, садили несуществующие облака, но радиацию они садили, чтобы дальше не пошло на Россию. 30 градусов жара, костюмы L1, наши утром выезжают в 8 утра, до 8 вечера в зоне. Горело все. Горело, все горело. Работы было немерено. И вот представьте, вот бидон воды с собой они берут, кушать запрещено в зоне. И в костюме, кстати, вот костюм, если L1 полностью одеть, как положено, полукомбинезон, куртку, капюшон, рукавицы, да, при температуре воздуха 20 и выше градусов, 30 минут и тепловой удар. Просто. Поэтому, если костюм L1, L1 одевали только полукомбинезон, ну, в смысле, так на форму, а если костюм ОЗК, то одевали бахилы и плащ. Как я стал? Вызвали управление и сказали, капитан Харитоненко, завтра вы должны быть в городе Хойники командировки. И вот, когда я уже, меня направили туда, был создан первый, то есть все это было, вот не было организации как таковой. Прислали в Брагинский район, там 5-7 отделений. Пожар, две машины туда, две машины сюда, одни тушить лес. Тогда же ведь как? То, что пожары, горело все, это ладно, это одно. Дальше. Мыли дома, мыли. Где люди отселенные, мыли мы дома. Мыли КРС, крупный рогатый скот. Местных пожарную охрану тушить не посылали. Ну, не трогали. Но тогда же не было военизированной охраны. Тогда была профессиональная пожарная охрана. А эти, которые прикомандированные были со всей Беларуси, в каждом районе было там 7-10 автомобилей примерно. Ну, где как. И эти машины с личным составом утром завтрак на зону, вечером приезжают, баню помылись. И вот сменную одежду им выдали, ХБ, форму, а обувь не дали сменную. С чего начиналась моя тяга к изучению этой долбанной радиации? В Хойниках возле пожарки фонтанчик такой искусственный, фонтанчик, ну, вода проточная. Льется фонтанчик, а обычный прибор тогда, ДП-5В, ДП-5Б, эти, ну, те, которые, если 10 ингредиентов, покажет. Идет боец, сержант там, не помню, ну, я говорю, ну, подожди, так его этим прибором, раз, сапоги звенят, просто не то слово, что звенят, а два рентгена было на сапогах, это 2 миллиона микрорентгенов, теперешние, которые микрорентгены, 2 миллиона. Я говорю, разувайся немедленно, босиком иди, все. И он эти сапоги снял и бросил в воду в фонтан. На завтра я прихожу к этому фонтану, беру этот сапог. Раз. А там уже тысяча, ну, в смысле, было два рентгена, стало рентген. Айок, макарек, вымывается. Еще через сутки 500 микрорентген. То есть вот
С этого начиналось мое вот изучение основ. На Чернобыле у нас нормально платили зарплату, как за боевые действия. То есть, как в войну, вот было 1-3. Суточные были повышенные, в смысле, за гостиницу нормально платили. То есть, деньги были. Мы присягу принимали курсантами. Я гражданин Союза Советских Социалистических Республик, поступая на службу в органы внутренних дел и так далее. Непосредственно я поехал. Прибыл 10 июня. Начальник штаба 1-го сводного отряда военизированной пожарной охраны МВД БССР. ХБ, хлопчата бумажная, с медной проволокой. Это вот сразу первая форма одежды, что была для зоны. Я, в принципе, тогда мне было 30 лет, я все время занимался спортом. Я кандидат мастера спорта по гребле, кандидат мастера спорта был по пожарно-прикладному спорту. Да, я никогда не потел. А это, ну, правильно, во-первых, жара 30 градусов. Вот ни тучки на небе, ни облачка, ничего нет. И начались прыщи по телу, чири, то есть мы это выбросили все. Ходили в обычное вот ХБ. Значит, смотрите как. Вот когда началась со 2 мая эвакуация населения, эвакуировали всех же детей, а дети уезжали с мамами. То есть в кафе, в ресторанах, вот там в доме быта работали уже командировочные женщины. Кормили нас, да, в кафе, в Хойниках. И сержанты, и офицеры в кафе 3 раза в день. Нормально. В принципе, питание было такое достойное. Дежурный по штабу получает за сутки оперативный дежурный сведения, где что горит. Плюс по 01 же телефонируют. Да. И вот утром, зная, где что горит, там 2 машины, 4 машины на тушение лесного пожара, там 2 машины на дома мыть, 2 машины там на коров мыть, те же, я говорю, на доброй ноте. На что? Всем удачи. Когда-нибудь встретимся еще.